Я нашел ваш шелк. Чудесно! Надеюсь, вам не помешали? Там был ваш муж, бронил вас. Увидел меня и сбежал. О, боже! Чего еще ждать от этого проклятого пропойцы? Зато вы смогли забрать единственную ценность, которая там оставалась. Спасибо, Коннор. Вот инструменты, которые вы просили. Прям что надо. Пора за работу. Норрис уже совсем замучил меня со своим ножом. Я подслушал разговор двух британских солдат. Вас разыскивают. Да уж, представляю. Рано или поздно до меня доберутся. Девочки сегодня готовят ужин. Норрис, ты что тут делаешь? Хотел подарить Мириам нож. Может, пойдешь со мной? Конечно. Чего ты медлишь? Я волнуюсь. Я уверен, что клинок ей понравится. Что я делаю? Дарю женщине нож? Это же так глупо! Она оценит это и будет им пользоваться. Ах, все равно это глупо. Хотя терять уже нечего. Привет, Мириам. Привет, Норрис. Привет, Коннор. Я бы поболтала, но Эллен ждет на этой неделе запас меха, а мне еще работать и работать. Я ухожу в чащу. Два охотника лучше, чем один. Могу помочь. Правда? Буду очень рада. Я вам кое-что принес. Может, сгодится? Мне правда надо идти. Я вас отблагодарю, когда вернусь. Дождитесь.
Добудете первую шкуру, ждите в самой северной будке. Яма. Прощение миновало. Только не убивай. Я уйду и не вернусь. Извини. Сожалею. Я больше не вернусь. Клянусь. Не будь со мной ножа. Этот слизняк меня бы прирезал. Похоже, Норрис вовремя его подарил. Точно. Надо его поблагодарить. Коннор! Коннор! Этот пропойца с дружками явился и ломится в дом Кэлен! Надо их остановить! Элен и Мария больше не твои. Я так сказал, и люди, стоящие за мной. Помяни мое слово. Увижу тебя поблизости еще раз. Прикончу. Да забирай их. Спасибо. Всем. Никто нас раньше не защищал. Мы за своих горой. Теперь это мой дом.
Я придумаю, как выразить благодарность. Обещаю. Близко не подходи. Пламя тут аж белое. Добрый день, Коннор. Мне бы пригодилась помощь. Друг мой! Норрис, в чем дело? Она согласна! Мириам? У нас будет свадьба! Я говорила, Норрис, не трогай его. Это правда? Да! Раз вы все знаете, мы можем поговорить. У нас много дел. Конечно. Что мне сделать? Проводите меня в трактир. У меня там есть дело. Норрис очень рьяно придерживается традиций. А Мириам не знает, где ее отец. И они надеялись, что вы возьмете на себя его роль. Я не знаком с колониальными свадебными обрядами. Вы просто проведете Мириам к алтарю и вручите Норрису место отца. Это большая честь. Чудесно. Теперь дальше. Наши свадьбы — дело сложное, над ними должно трудиться много народа. Уоррен и Пруденс принесут угощение. Эллен сошьет красивые наряды. Большой Дейвское кольца. Я проведу службу, а Оливер и Корин предоставят трактир. Да, немало. Начнем сейчас. Коннор! Кажется, все готово к торжественному дню. Так и есть. Вот только я не могу найти Мириам. Наверняка она прихорашивается. Я найду ее, мой друг.
оставьте меня в покое. Почему вы бежите? Я не стану сидеть дома. Никто вас и не просит. Какая из меня жена? Поцелуйте невесту. Здравствуйте, Коннор. Развлекаетесь? Да. Приятно видеть, что все собрались вместе и счастливы. Взгляните на этих двоих. Сердце радуется. Норрис мой друг, а женщины лучше просто не сыскать. Я им горжусь. Иногда люди просто созданы друг для друга. Норриса и Мирем свел вместе сам Бог. Или, скорее уж, Коннор. Я прав? Я лишь помог Норрису собраться с духом. Остальное вышло само. И малыш Джозеф, мой братишка, швырнул его в реку. Коннор, мы тут свои свадьбы вспоминаем. Славно погуляли, наверное. Погуляли? Ну уж, подрались так точно. Назвать Джо малышом все равно, что меня гигантом. Парень на гору похож. Мой младший брат подрался с одним из кузенов Терри. Из-за танца с девушкой не поладили. Надо сказать, кузен Терри быстро протрезвел, когда все закончилось. Бедняга. Сидел на пне весь промокший до нитки, пока Джозеф танцевал с той, кто ему нравилось. И по делам, будет знать. За все надо платить. Прошу внимания. Спасибо. Я ненадолго. Я хочу подарить кое-что Коннору и всем вам. Помните, я обещала отблагодарить вас за то, что вы отважно защищали меня. И я сделаю это сегодня. Этот флаг – символ нашей силы и единства. И я надеюсь, вы все с гордостью поднимете его над домами. Я с радостью сделаю такой же для каждого, если захотите. Но этот для вас, Коннор. Спасибо.